Привет, друзья! Сегодня короткая, но такая какая-то история, которая меня взбесила прям. Короче говоря, смотрю видео Кати Конусова, блогер. И у нее там в программе выступает доктор Карерас. Это Карерас, значит, поливает всю программу всех грязью. Ну, ладно, в общем, блогеру-то претензий нету. Понятно, что там пашки реклама, ничего такого нету. Как чуть-чуть начинаешь копать, узнаешь, что вот эта Карерас, она в том же как бы, поле, в том же сегменте докторов работает, как те, кого она поливает. Ну и, а потом, значит, вопрос, что за эксперт. И я так немножко узнал про нее, запросил, где она училась, из ее официальной биографии. Я все ссылки приложу, чтобы это не было голословным. Ну и, значит, оказалось, что из всех мест, где она там якобы училась, подтвердили мне только ее учебу в 4, короче, месяца, курсы, 4-месячные курсы на косметолога в городе Иркутске. И вот этот человек, как бы, он лечит людей. Там, когда дело уже касается медицины, то я просто не могу мимо этого проходить. Да ладно, вот эти блогеры, но тут предоставление медицинских услуг. А когда человек с таким образованием, прости господи, послужным списком, предоставляет медицинские услуги, еще рекламируется как эксперт, это за гранью, это уже за гранью.